Жители многоэтажки на улице Ватутина несколько лет жалуются на нечистоты в подвале. По словам горожан, периодически коммунальщики откачивают зловонные стоки канализации, но неприятные потопы происходят вновь. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Вот видите, что у нас в подвале? Фекалии какие. В этом подвале, сетует Нина Плешкова, ходить можно только в бахилах, а дышать совсем невозможно. Резкий запах привычно бьет в нос. Подтопление стоками канализации происходит здесь регулярно, уверяют жители дома на улице Ватутина. Порой чистить и то не хотят. Вот звонишь, хорошо, придем почистим, однако смотришь, опять ничего не чищено. И как вот жить вот в таком вот бардаке вот? Они говорят, что не бросайте там памперсы, не бросайте бумагу, в общем, нечистоты не бросайте в унитаз. Свою вину в засорах жильцы признавать отказываются и не могут добиться решения дурно пахнущей проблемы от своей управляющей компании уже несколько лет. Говорят, подвал топит каждый год, бывает, что нечистот образуется по колено. Придут иной раз, и звездкой этой хлоркой насыпят, все уходить уйдут. Ну как так? За такие вот как платить? За такой вот подвал, за такую вонищу платить? Наталья Деменцева живет на втором этаже. Рассказывает, окна в квартире почти никогда не закрывает. Через вентиляцию идут из туалета нехорошие запахи. Ну, чересчур нехорошие. Такая, просто знаете, как прям нос воротит от этих запахов. Коммунальные неудобства женщина переносит с трудом. Жалуется, в последнее время у нее участились приступы астмы. Под рукой постоянно держит два ингалятора. Как предполагают жители, причиной потопов могут стать стоки из канализационных колодцев, которые расположены за домом. В городском водоканале о ситуации знают. По словам главного инженера предприятия Андрея Дагадина, сегодня специалисты выехали на место и провели проверку. При проверке все системы работают в штатном режиме, никаких замечаний со стороны водоканала нету. То есть, а все системы вы какие имеете? Я имею в виду коллекторы, отходящие от дома, выпуска, которые приходят из дома в приемные канализационные колодцы. В водоканале говорят, неправильное пользование внутренней системой канализации зачастую и приводит к засорам в трубопроводах и затоплению в подвалах. Устранением последствий таких аварий занимаются коммунальщики. В самой управляющей компании комментировать данную ситуацию не стали, ссылаясь на отсутствие руководства. Дмитрий Солюков, Андрей Агарков. Новости Первоуральск.